Мы продолжаем получать фото и видео от телезрителей в рубрику «Нам прислали». Сегодня в редакцию Стерлитамакского телевидения поступило сразу два видеоролика на тему «Забавные домашние животные». Есть и фотографии. Телезрительница Елена Волкова запечатлела, как ведутся работы по благоустройству аллеи на проспекте Октября. Там строится площадка для установки скульптурной композиции. Вы тоже можете рассказать о важных событиях, наблюдениях и о жизни в родном городе. Присылайте нам интересные фотографии, видео и инфоповоды на электронную почту stv-info@bk.ru. Лучшие и актуальные работы попадут в эфир Стерлитамакского телевидения, а победители получат денежное вознаграждение.